И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димончик и мой сын Ярик. И сегодня мы играем в Roblox, это у нас скорее элеватор. Здесь обновления произошли, будем смотреть, радоваться и развлекаться. Ребята, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Димас, уго, в обновлении добавили двух новых маньяков, кстати. Да, посмотрим на них. Блин, режим-то классный, затягивает, мне очень нравится. Это так. Опять крипер, убийца-крипер. Скины такие у всех классные вообще. Чё, испугался, думал, этот чувак меня убьет, а это человечек обычно. Он опять, наверное, в этом грузовике забагался. Может быть. А, вот он, вот он, ай-яй-яй-яй, уходим. Беги. Он опять джаз слушает и мочит, да? Такой маньяк, да. Веселун. Под веселую музыку убивает людей. Есть, прожили. Будем максимально долго проживать и не умирать. Так, что у меня есть? Я так всегда говорю и потом сразу сливаюсь. Есть я невидимый. О. Я видимый. У тебя над головой ник светится. Фредди Крюгер. О, моё любимое. А! У меня первого полюбил. А у меня убил тоже. Он говорит, ага, раз твой любимый, сейчас я тебя убью. Так, пойдем в секретную комнату. Ах, блин. Я хотел выбить и монеток поворовать. Ну ладно, да, идем в секретную комнату тогда. Иду, да, иду. А, идет. Идите. Спасайте. Я в воздухе, он меня убьет. Смотрите, я летаю, меня не может убить. Ха-ха-ха-ха. Не падай, только не падай. Блин, на жесть. А было классно. Кстати, работает эта штука. Можно в воздухе зависать, он тебя не может убить. Слендер еще тут. Уходим. Он там чувачка щемит. Да, я в воздухе. Я видел, ты летал в воздухе. Папа, смотри, какой у меня фонарик есть. О, это не фонарик, это у тебя люстра. Можно освещать квартиру. О, это что у тебя? Пепси. Папа, это от нее голова увеличивается. Да, а, у него и так большая голова. Прикинь, еще больше станет. Главное, смотри, у маринетки талия худенькая, а ноги и руки здоровенные. Вот, опять этот Фредди Крюгер. Вот он меня вечно убивает первый. Идет за мной, идет. Ха-ха! Не догоняет. Уходит! Блин, уходи, Фредди! Крюгер! Смотрите, не догоняет, даже с прыжком. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Только порадовался. О, Херобрин, Димас. О, Херобрина, кстати, ни разу не было. Не, было. Был? Я что-то не помню его. Господи. Не, Димон, я не был в Херобрина ни разу еще. Мир Майнкрафта, класс! Блин, я не успел даже рассмотреть. Или был, я помню, да, он хрюкал так. Я вспомнил. Как свинка. Только мне кажется, карта была другая, да, не это? Не, это была. Ах ты дерзкий Херобрин. Какая-то Мэри. Мэри Поппинс. Помчали. Мэри Поппинс? О, кстати, этого не было. О, смотри, где я, Димон. Этого не было, я первый раз вижу. Ну? О, это новый маньяк, Димас, с обновления. Да. Да иди ты, блин! Двоих сразу! Там кровавая ванна, кстати, есть. Да, я хочу рассмотреть. Быстрее. Давай. Папа, спасибо, что подвез. Это кровавая Мэри, она из зеркала вылазит. Я знаю ее. Я в ванной купаюсь. А я на ней прыгаю. Я вижу, ты, короче, ее это троллишь. Джейсон. Он идет ко мне первый. Беги, от него нужно бежать. Твою ж дивизию, мать, тут две могилы. Смотри, два трупа, смотри, прикольно. А че он на крыше стоит и не идет куда? А он все, устал, короче. Не-не-не, вспомнил. Ай-яй-яй-яй-яй. Ребята, уходим, быстрей. Монетка. Я понял, он на смотри, тут труп лежит тоже. От него надо поворачивать, не убегать. Это труп быстрее, полицейский. Быстрее, в дом забегаем. Не-не, за машину меня не видит. Есть, прошли. Я не буду спрыгивать, я тут буду стоять. Пусть мочит всех. Ох, и звук противный издает, это жесть. Съел меня. Кто там прыгает? Давай, чувак, запрыгивай, стоим, ждем. Давайте так в бок немножко. Надеюсь, я не упаду. О, он уперся в уголок. Здесь девочка на кнопках стоит. А, Димончик! Убил тебя. Я сейчас поднять спрыгну и ухожу. Ай, блин, я хотел запонтоваться, но не получилось. Смотри, какие у меня ноги красивые. Он сюда не идет. А, я не могу запрыгнуть, я боюсь. А где он? Его нету. Он в метро за кем-то погнал, сейчас возвращаться. Я иду к нему. Я испугался. Это не СЦП. Во-во-во-во-во! А-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Уходите, ребятушки, уходите! Эть!
Ич! Я не кушать не буду. На волоске от смерти называется. Ребят, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита, потому что у нас хорошее настроение, и пища будет хорошо у вас заходить. И как всегда, хорошо выходить. О, Соник. О, Соник псих, я него говорю. Неадекватный какой-то. Психован. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! А-а-а, ну чё я? Вот одни тапочки там вообще остались. Джокер очень быстрый, Димас. Лучше запрыгни. Да блин, иногда вот прыгается, а иногда не прыгается. Когда не надо, запрыгиваешь, как сильно хочешь, оно не прыгается. Я вижу, он гасит. Он саблей машет всех. А-та-та-та-та, смотри, мочит. Давай. Оп. Прыгает. Так, смотри, он девчонку мочит. Ого. Он достает. На, одни волосы отрезал. Чувак прыгает и не убивает его, видишь? Он, получается, в синхрон попадает. Тот машет, а тот в это время прыгает. Да-да-да. Вы меня рассмешили меня. О, люблю эту комнату. Но не люблю этого чубзика. Короче, прощай. Я ухожу. Он что, ты мимо него прошел? Да, рядом прям прошел, мне ничего не сделал. А мы с ним знакомые. Мы вчера с ним бухали, он меня не трогает. Да-да-да. Да. Деловые пацаны с ним. Сок пили, да, вместе? Да-да-да, кентушки. Он говорит, завтра будет, короче, лифт, я тебя трогать не буду. Я говорю, хорошо. Он говорит, ну все. И он мне через маску моргнул, просто вы не видели. Подмигнул. Не прыгается. Я что-то не могу тоже запрыгнуть. То прыгается, то не, знаешь, если бы там руки были кривые. Хотя руки кривые, не спорю. Беги. О, на перемычку в туалете, помнишь, здесь можно запрыгнуть? А, на голове стоит, Димон! Он на голове. Я не буду ничего делать, так и стоим. Ребята, это баг. Конечно, плоховато видно, очень темно. Еще по микрофону лупанул. Во, я вижу, кто-то присветил фонариком. Давайте я присвечу. Это Ярик присветил. О, Ярик, молодец, смотри, что он делает, сынок. Ля-ля-ля-ля-ля. Я его толкаю, я прыгнул вместе с ним. Ой, меня колбаснуло. У девчонки такие тапки здоровые, кроссовки, смотрите. Ого, больше, чем она. Говнодавы на такие называют. Вот с этой стороны легко запрыгивать, с той стороны не очень. Вау, смотри. Это опять этот... Как он, Джек называл? Это девчонка, это психованная. Джек! Это Джек? Во-во-во, да, машет. Первый пошел? О! Я убежал, я живой! А тебе сказать, кто это? Есть! Это Джек-убийца. Вон он стоит. Смотри, Димас, я улетаю. Я улетаю. Сейчас тебя убьет призрак. Прощай, Димон. Ай, блин, зачем я это сделал? Мочканул. А меня не достанет. Ля-ля-ля-ля-ля. Я один остался, Димончик, живой в лифте. Не, вас двое осталось. Нет, тут чувак появился уже после смерти. Перед тобой буквально. Смотри, Димон, где можно стоять. Смотри. О, я с тобой. Смотри, как он их валит, Димончик. От первого лица включи, смотри. Чумной доктор ходит. Ярик, убили. Блин, жалко. Еще за чуваком гоняется. А! Уходи. Он забагался, не может к нам запрыгнуть. О, какой скример. Кстати, этого скримера я еще не видел. У него один глаз косил, я видел. О! Этого не было сегодня у нас. Моя. Моя монетка. Что за звук страшный? Вот, смотри, где Димон я. Где? На машине вверху. Это чувак. А, вижу. Я там тоже был. Он меня так не достанет никак. А тут точно. О, Ярик, там точно тебя не достанет. Он машет, смотри, Ярик, мочит саблей всех. Есть, мы живы остались. О, да, отлично. А, звонок. О, звонка не было сегодня. Умирает с этой очень карта, она классно сделана. Она прикольная. Ой, она да. Из телека сейчас вылезет. Блин, на дом нельзя запрыгнуть? На крышу, ой, на дом, на дерево. А, убила. А я убегаю. Она убивает всех, она выстрелила. Я вижу. Уходим. Я сейчас в колодец запрыгну. В колодец! На колодец! Есть, я нашел нычку. Блин, а жесть! А я так обрадовался. Она такая стоит, думает, чё, умный самый, на тебе. И замочила меня. А я на колодце простоял и не умер. Я на кнопке простоял. Ого, флэш бегает, вообще псих. Куча трупов, полицейских. Тут у меня не достанет. Или достанет. А тут, кстати, карта большая, тут ее даже не оббежать. Да, я пошел.
Я вижу, бежит. Джейсон, Джейсон. Здесь, давайте, ребята, уходим, выходим. Ля-ля-ля-ля-ля. Лучше до края карты дойду. Не, она маленькая, Дима, ну вот край. Не, она большая. Ну как, для других карт она большая, да. Такой кусок неплохой выделили. Не, там еще в ширину ты, Димас, еще не бежал. А, еще в ширину. Да на этот радио запрыгивать. Да, он всех убьет все равно. Да, все равно он бьет. Он упал, смотрите. Он встал. Давайте посмотрим, как он крышит всех. Крых, 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 крых. Все, не трогай, не подходите к нему никто близко, чтобы он не загрелся на нас. Пусть на него агрится лучше. В уголочку все стоим. Димончик! За девочки. Нет, не достает. Мы вы... Димон, можно выжить, если он на одного агрится, который находится вверху на кнопках. Ты понял? А-а-а, понятно. Да, мы прожили, Чаки. Все-таки это было классно. Блин, а может на мусорку спрятаться? Я сейчас так и сделаю. Вот он. И пошел рубить. Пошел, пошел, пошел. Стоит на меня, смотрит. Джокер. Вау. А? Я ухожу, я ухожу. Ухожу, Дима. Он не дает Джокера. Без он быстро. Есть, я здесь, я здесь, я здесь. Джокер, не иди ко мне. Блин, привели ко мне Джо. Он на голове прыгает у меня. Как тогда, смотрите. Ай-яй-яй, больно по шапке. Ну, Джокер, не прыгай. Ай, ай-яй-яй, ну хватит. Всю кепку мне измял полностью. Он еще когда прыгал, как немножко так присаживался. Чара, что такое чара? А, это из Undertale, с кого мы играем. Undertale? О. Это из Undertale, походу. Ярик, это точно Undertale? Да. Он за мной, он за мной. Он не за мной. Он так прикольно это машет. Я могу пройти? Чара, не убивай меня! Чара, это персонаж из Undertale, я серьезно говорю. Класс, мы Undertale мы еще не были. Вот этого мы еще не видели, это что-то новенькое. Вот, может, это обновили, Дима? Это обновление, Димас, вышло. Да, это обновление, так что, ребята, все-таки мы попали на него. Это новая карта Бенди. Такой не было карты. Да. Было этот, помнишь, темный? Он тпхается здесь, смотри. Он не ходит. Нет, 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 Бенди, уходи! Блин, классно сделано, я хочу еще раз вернуться. Получается, две карты уже, Бенди. Да. Быстрее, 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 бежим, бежим, бежим. Еще разок хочу одним глазком взглянуть. На Бендюшкина. Он ходит за нами, ребята, смотрите. А, я был далеко, он меня убил. Бенди, второй раз, ребята, он решил нас порадовать. Вот куда можно запрыгнуть, Димон. Вот Бенди, Ярик, за тебя, Бенди. У Ярика голова на стол легла, и он умер. Это было прикольно. Бенди, Бенди идет. А пацан прыгает. Это я прыгаю. Ярик, смотри, как Бенди обманывает. Он так бегает, ой, так прыгает классно. Есть, я прожил Бенди. Ура. Первый раз неудачно, а второй раз удачно. Я здесь в уголку ски... А, можно на доску запрыгнуть. Ой, я запрыгнул наверх. Ай-яй-яй. Чаки, 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 уходи. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Там еще Фредди Крюгер, прикинь, вместе с ним. Их двое здесь? Да. О, ребята, это уже реально что-то новенькое. Да, их двое, мы не офигеть. Как так получилось? Есть, это новое, кстати, этого не было тоже. Да, новенькое. Класс. Ребят, напишите с какой-то части. Посмотрим, сколько нас здесь умников по аниматроникам собралось. Опа, Фредди встал. Фредди встал. Тихо-тихо, он стоит. Пошел, пошел, пошел. Ярик! Тихо, Фредди. Он на голове у меня стоит. Ля-ля-ля. Я живой, я просто лежу. Что творится, смотрите. Ты упал под стол. Я лежу. Есть, я живой остался. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Пока.